Galaxy Note 9 засветился на новом рендере. Дебют флагманской новинки должен состояться летом этого года. Рендер гаджета был создан с учетом последних слухов. В сети были опубликованы новые подробности и неофициальный рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9. Информация появилась на бенчмарке Geekbench в синтетическом тесте. Гаджет фигурирует под кодовым названием SMN960U. По информации бенчмарка, гаджет оснащен процессором Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ. Наличие процессора Snapdragon говорит о том, что тестировалась версия, предназначенная для американского рынка. Для европейского рынка предназначена версия с процессором Exynos 9810. Также было опубликовано неофициальное изображение, созданное на основе утечек о фаблете. Ранее сообщалось, что компания Samsung запатентовала гибкий прозрачный смартфон. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.